Ну, что я могу сказать? Эта игра попадает на полку к Сталкеру, к Ведьмаку. Здравствуйте, ребята, всем. Всем привет. С вами, как всегда, я, Леха, Энтар Вадун. Вы находитесь на канале Hardplay. Ну что, погружаемся? Я вас всех раз приветствую, всем здравствуйте. Продолжение у нас метро Last Light. Максимальный уровень сложности. Располагайтесь, будьте как дома. А Тошу спасибо огромное за 5-й месяц, Тоша со мной. Ну а на ютубе, как всегда, там лайки, подписка на канал. Добро пожаловать. Выберите стиль игры. Режим выживания, делающий патроны и фильтр редкостью, а перестрелки и скрытное прохождение более сложным. Позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Спартанец. В режиме спартанец сложность боев и скрытность приближены к стандартному режиму метро «Луч надежды». Выживание, конечно, да? К стандартному режиму. Зачем? Нам надо так, чтобы... Да? И вот это наше первое, да? Рейнджер хардкор. Мне просто, мне кажется, там, знаешь, такая тьма такая должна быть нарисована. В режиме Ranger Hardcore интерфейсы, все подсказки полностью отключены. Интерфейс даже отключен. Это вот как мы с вами ту часть проходили. Спасибо. You're up. Спасибо, братан. Ни хера не понял, но было очень интересно. Сейчас я подключу. Так, сложность игры увеличена во всех ее аспектах. Максимально полного погружения. Это максимально сложное испытание, которое может предложить вам метро. Ребята, где Леша еще не такое проходил? Поехали. Так, гамма-коррекция. Да, вот. Ну, ну да. Голову выше самого высокого черного. Все потому, что я черный. Чудовище. Рожденное, чтобы нас победить. Голова приписывала им чудовищную силу и неестественную зону. Говорили, что они вооруженных людей. Спасибо, родные, все меньше качества, все хорошо. Я так понимаю, мы теперь будем рубиться с этими черными. В этой части. Держаться!
Спасибо. Так он меня не убил, что ли? Я понимаю, что ты при ордене и подчиняешься мне. Here's a real high-class battle. Now go! Хорошо, Самуэль, я посмотрю. Спасибо.